Всем привет! Сегодня снова видео на кулинарную тему. Готовить, правда, ничего не будем. Просто посмотрим оборудование, на чем можно приготовить вкусную и полезную еду. Но в частности рассмотрим предмет, который лежит в этой упаковочке. Ну а здесь лежит переносной мангал, скажем так. Переносной, потому что не особо тяжелый. Килограмм 5-6, может быть, судя по ощущениям. От фирмы Люцифер. Довольно известная фирма немецкая. Правда, изготовлен, видимо, мангал все-таки где-то в другом месте. Хоть и стоит немецкий тюф. Ну и как бы описание на немецком. Ну, давайте глянем, что внутри. Внутри у нас мангал с размерами 40 на 25 сантиметров. Ну, это полезная площадь, куда можно выложить приготовляемую еду. Высотой 60 сантиметров. Вот эти ножки будут. То есть все как бы стандартненько. Ну что, начнем собирать, вытряхиваем. Вот. Ну вот уже детали сыпятся. Так, чуть-чуть в сторону, что ненужное. В принципе, есть инструкция. Судя по шрифту, либо польский, либо чешский. Склоняюсь к полякам, потому что они все делают. Хоть мангал как бы немецкий. Так. Главное не растерять в траве все. Сам он чугунный. Так, уже начинаем терять. Ну, для начала, по-моему, там ножки надо ставить. Ножки ставятся вот сюда, в такую тоже чугунную хрень. Сейчас покажу. Вот. Ну и крепится такими болтиками, быстро зажимными. Следующая нога. Сильно крутить, я думаю, не нужно. Лишь бы держались. Есть. Следующую. Одна нога. Вторая нога. Криком барашком. А барашки-то у нас разные. Скорее всего, короткими. А я тут уже длинные накрутил. Потому что два длинных, четыре коротких. Так как 4 ноги, то 4 коротких, само собой, в ноги. Один есть. Второй есть. Ну и вот сюда. Есть. Теперь это дело надо закрепить на мангале. С какой стороны? А,
Ну вот сюда длинный, скорее всего. А может и нет. Где наша инструкция? Ну да. Сюда мы крутим большие барашки. Есть один. Сейчас второй. Вот такие барашки с одной стороны и с другой стороны. Ну, в принципе, уже можно ставить. Так, что у нас там дальше по плану? А по плану у нас нужно прикрутить вот эти уши. Они вот, если вы видите на камере, они в развалку. Чтобы они стояли вертикально, сейчас покажу, что нужно сделать. Чтобы уши стояли вертикально, нужно закрутить вот эти длинные барашки вот сюда. В отверстие. Они будут упираться вот в эту площадку и не дадут развалиться. Немножко бежим в сторону. Вот тут даже вот такой шильдик есть. На каком языке? Ну да, скорее всего, на польском. А нет. На немецком. Это вот на немецком. Инструкция на польском, а это на немецком. Так. Ну и закрутим с другой стороны. То же самое. Надо будет, наверное, это дело как-то промазать. Чтобы было потом каким-нибудь высокотемпературным смазочным средством. Так, теперь нужно поставить решеточку. Вот эту. Для начала в нее надо закрепить вот такие держатели. Сейчас я установлю камеру и поставлю. Так, оставится это, по-моему, совсем просто. Ну да, вниз, и это вниз, ну и все. Типа вот так она и будет. Я думаю, какие-то зажимы специальные. Ну да. Вот так, все просто. Вставляем мангал. Так, берем, открываем уши и вставляем нашу
решетку. Вот. Все. Теперь еще есть такой прибамбас, как отражатель тепла. Он завернут здесь. Вот он. Так, вот отражатель хромированный. Немножко с такой изогнутой частью. Ну, типа тепло, чтобы отражало вниз. И вставляем вот сюда вот. Так как уши развалины, надо их подзатянуть. Так, есть. Сильно не надо, чтобы потом не откручивалось с трудом. Никуда они не денутся. Вибрации-то нету. Так, еще чуть-чуть. Есть. Все, уши. В принципе, не болтается. Вот. Все. И отражатель нормально стоит. Так, а сеточку-то как потом вынимать? По-моему, я не туда вставил. Это, если ее сюда положить, ее уже не вынуть. То есть еду, которая будет здесь жариться, скажем так, придется вынимать какими-то кухонными приспособлениями, там вилкой или лопаткой или еще как. Ну, и здесь есть полочки, наверное, видите, вот полочки, на которые, в принципе, решетка и будет ложиться, чтобы ее можно было подвигать, а не так вот мертво вставить и все. Ну, на любителя, в принципе, можно поставить мертво. И тогда просто снимать еду какими-то вилочками, лопатками. Сейчас я поставлю выше, на второй этаж. Снова слегка отпускаем уши, чтобы они двигались. Так, яблочки не жареные в карман. Вот вставил, теперь не вынуть. Оп. Есть контакт. Собираем назад отражатель. Закручиваем барашки. Есть, ничего не болтается. Ну и все. Решеточка наша будет вот здесь на полочке. Легко вынимается. Легко вставляется. Еще есть наворот у этого мангала, как держатель какой-то уточки, курицы и так далее. Вот шомпол. И вот такие
у нас держатели. Так, ручку куда мы ставим? С одной стороны. Ну вот, как-то закрепил. Так, а крепятся вот эти штуки тоже вот такими барашками. Ну и раздвигаем на нужную нам длину. Зависит от того, что будет готовиться. Главное наживить, потом просто чуть-чуть пустил и можно раздвинуть. С одного конца острая, чтобы можно было протыкать изделия приготовляемые. Ну и все. Ну и ложится. У них здесь одна позиция, вторая позиция, третья позиция, самая низкая, четвертая тоже низкая и пятая низкая. То есть, в принципе, можно готовить еще на шампурах. Шампура здесь положить. Три позиции низкие. Четвертая повыше и пятая повыше. Вот как бы так. Обзор немецкого мангала. Сделано, наверное, в Польше. Хотя, трудно сказать. Инструкция польская. Остальное все, в принципе, все по-немецки. Упаковка немецкая, шильдик немецкий. Сделано качественно. У меня раньше, в принципе, был такой. В связи с переездами разными остался в другой стране. Вот как увидел в рекламе и вспомнил, что есть хорошая вещь. Быстро собирается, ну, буквально тут несколько минут. Когда все знаете куда, ну, в принципе, 3 минуты вам собрать и все. И собирается в чемоданчик, в коробку сунули, ну или просто в мешок, и положили в машину, и поехали на природу. Ну и также обратно. Ну, вес, правда, да, там около 5 килограмм, чуть больше, может быть, даже. На упаковке не написано. Ну а так, все классно. Тем более чугун, это вечная штука, прогорать не будет, не как вот обычно металлические переносные мангалы сборные. Там, ну, железо меньше миллиметра, 0,8 где-то так. Ну и, естественно, его ведет. Этот чугуни никуда не денется. Ну все, всем пока. Ставим вот так вот. Подписываемся на канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, обзоры. Много всего интересного. Все, удачи!